Почему не ему молоко? Скажи, а мне почему не дают? Все, ты уже все съел. Ты, говорит, что пришел большой? Ты, говорит, что пришел? Смотри, смотри. Боря, все, мой зайчик. Ему хороший. Да нету больше молочка. Ты все выпил, солнце. Потом, на, что принесу еще, конечно. Ну, конечно. Ой, я сладость. Уходи, говорит. Враг какой-то. Враг, он, наверное, все молоко мое съел. Боря, никто не съел твое молоко. Никого не дам, кроме тебя. Ну, куртку нюхать. Куртку. Ну не знает же, я же в куртке в боксе не ходила. Ходила раздетая. Трусли. Да что они трусливые эти? Да, косули. Ты... Что ты, родной? Что? Да мамина куртка, понюхай, мною пахнет. Как собачка, да? Все, говори. Вот. Шуруповерт так стоит, а если руку ставить? Сейчас уберу. Я же окно делал. В это, выкаблучиваюсь вон, вокруг этой крыши. Мамина куртка, да, не чья, не чужая. Куда, говорит, отнесла? Ты мой хороший. Скажи, большой? Ну да. Все. Мама твоя, мама. Скажи, мама. Вот там зайчачник сзади будет. Да, да? Вот, парень будет. Да все, все, нет. Он сейчас Эльзе доделывает, он уже полы, все уже, ну, начал полы делать. Сейчас полы заделает, доделает несколько решеток, сеток и все. Молоко, говорит, давайте. Нет, Мина, у тебя 12 лет еще кормишь. Чего вы? Ну, ее сон. 12 лет еще кормишь у тебя. Мамка ночью придет, будет тебя кормить. Ну что ты? Никуда не денется, да. Вот вообще.